идет. Мона, шмона. Вот это вам наборчики. Ой, да. Чуть, Полина, ну, вот это. Что вон, это? Вон еще грядка. Успокоилась, Танечка. А цветная как получается? А цветная вот что-то в этом году сидит. Кальраби нормальная, а цветная плохая. Может и... Да, вон кальраби. Вон она, кальраби. А это еще не заводится. Может, ей это магния какого? Макбор, да, поливала я макбором уже. Угу. А это вот Санька тоже открытый грунт. Во-во-во-во-во. И огурец тоже открытый сидит один тут у меня. Потому что некуда было, вот три осталось, я их повтыкала, угу. Где место нашла. И все. Ой, Саньку, вы знаете, я тоже про Саньку все время слушаю. Многие любят Саньку. Даже на улице, вот они все, даже вверх уже белесые, и они момент сейчас, если вот тепло будет сейчас, дня 3-4 они бы все попрут. Вон, видишь, там уже красные кисти. Ну вы же снимаете уже давно, да? То есть вы когда вот на мы рассаду-то? Мы теплицы снимали еле, мы тут еще не трогали. А-а-а. Сейчас теплицы вот закончили, сейчас тут пойдут. Угу. Нормально. Красиво, прям зрелище. Не для слабонервных. Тут вот не надо снимать, ну вот тут. Тут груш. Полметровая толщина, это все груш. Жалко. Жалко мне их. Так они же прорастут, семечки-то. Кто? Семечки-то. Здесь? Да. Нет? Никогда? Их переработают червяки, знаешь, А это яблоня какая красивая. А яблоня, я не знаю, как она называется. Ну, в этом году... Вот с той крупной вообще все слетели. Это вообще ни одного не давало, отдыхает. Вот тут только немножко будет и все. Ну а это какая была вот эта вот? Это, я как полагаю, этот белый налив. А-а-а. Они не как уральская, они вот такие вот, но прозрачные. Желтые, да? Прозрачные, сочные. Ой, это вкусные, да. Они вкусные. Это получается. А это вот какие-то, видимо, осенние, да? Они потому что уже красные, они, наверное, осенние. Они уже вот будут, вот, смотрите, что, прямо на ветке. А, испортился. Вот видишь, много, я даже не могу. Да. Вот по узкой дорожке меня мотает. Это может быть уже даже... С головой? Да. Ну, это чистенько, там будет. Красота, красота. Ну, нет, вообще, просто красавцы. Слов нету. Я ж по помидорам-то вообще маньяк. Ой, как они мне нравятся выращивать. Их просто уже сказали, что 3-3-литровые банки закатали. Вчера сняли. Еще вон, смотрите, сколько этого. Сколько их там висит. Ой, вообще. Так, вот... Тут, если да, ты снимок давайте. Хороший сделаешь, давай откроем бок, я давайте. Парочку вам, ну, дозарить надо. Не и надо, они... не давайте, зачем смешно, ну что? Да, ничего смешного нету, просто их надо, это, они недоспевшие. Нет, я так. Поняла, что они недоспели. Или отсюда тебе? Нет, я сниму-то эту вот одну, вот одну мне вот буквально. Вон, ой, погоди, вообще, погоди. Это же песня. Ой, ой, все, вон какие они здоровые, вон какие, вот прям полкило, наверное. Ну, может быть, сейчас я... Ой, они сколько их там висит. Красота. Красота вообще. Ой, красотища. Скажите, да? Я не знаю... Я по огородам просто балдею. Что-то это не могу зацепить. Вот, зацепила прищепку. Все, это можешь закрывать. Вы срезаете. Держи. Красавцы, спасибо большое. А вот покраснее сейчас.
они чем хороши, что они здоровые, но хорошо держат. Они сладкие, вот эти, они такие, вот у них вкусные, нежные, шелковые. Делали, а вот посмотри, зелень одна еще вот. Видишь, сколько зеленых вот. Зеленые. Ну вот их, я говорю, вот на 16 этих мало. Нет, это вообще просто прелесть. Ну, прям глаза радуются. Это же живопись. Смородинка уже отлетели. Класс. Сейчас я их сюда на лук положу. Потом возьмем. У нас же еще экскурсия. Вон туда. Вон на скамеечку. В ту теплицу. А. Сейчас на скамеечку, сейчас теплицу. Пойдем. Это я в гости приехала. Это наши родственники. Ой, приятно побывать на родине, знаете. Всегда приятно. Боксы. Бархатцы разные. Вот огурцы в этом году у меня неудачно. Я посадила их, что ли, даже не знала, что это. Это вон те? Вот ранние, раннюю пташку, два ряда. Они, ты знаешь, загустели. Вот вчера только 6 литров я засолила. Наташка, по-моему, литра 4. Угу. Их вот полно, а места им нету. А выпускать их... Холодно. Холодно, холодно. Вот. Сейчас все, вообще градусов 17, вон, наверное. Те вон у меня сами вылезли. Прорвали тряпку и вылезли в серёдке. Я их уже разрезала ее до конца и выпустила. Может, им новую? А, как хотят уже. Вот видишь, что там вообще нет. Вот мы вчера сколько и набрали, я говорю, 6 литров посолила я с двух грядок. Что это? На такой объем, вон их сколько. А вон висит, смотрите, вон висит. Ну, один-то что, может, и где? И пропустить, там что-то не залезть. Ага, ну он еще тоже, да. А то, да, их и же собирать-то тяжело, да, это очень. Вот такая загущенность. Вот жива буду на будущий год, я в один ряд их только посажу. Да. Они же вообще вот так вот. Очень густые, я таких, Валя Столярова, этот сорт, ну хорошие они, это самое, много. А то, что очень им тесно получилось, я не угадала. Земля здесь очень хорошая. Вот я говорю, это вот у нас нет такой земли. Южная Осетия. Он как перец, и цветет. Он все время цветет, но он быстро отцветает, цветет, ты цветет. Знаешь, знаю, цветок, да. Они вот... и желтые есть, они разных цветов. Это уже сдохли, они с мая цветут, и уже тоже я их убирать буду. А знаете, их надо как? Вот он отцветает, его надо отщипывать. А, вон, отщипывала я, все отщипываю. А вот семена. А, в смысле, с семечком надо отщипывать? Конечно, иначе он тратит силы на семена и не цветет. А я просто эти выдергивала, все. Нет, вот прям откусывать вот пальцами. А, офигеть. Иначе все, это ну, вот у вас... все уже пропустилось. Да, теперь все. Ну, на будущий год уж теперь, знаете, прям с семенами отщипывайте. Ну, вот хорошие цветы. А, да. Агератум. Да. Ну, вот они у меня вот сами будут. О. Ну да. Пусть растут. Если тепло будет, маленько, может, еще поплодят. Ну а тут вообще мы штук, если 20 взяли, да? И все. А что это они, правда? Ну это этот кураж. Ага. А то бы так вот накрыть их третий, но уже материал-то жалко на них тратить. Материал не жалко, но накроешь, а что, они все равно тут поддувать будут. Ну да. Вот я с огурцами всегда пропускаю какие-нибудь. Пока желтый не найдешь, уже вот такой вот. Тут однозначно. Сжималась у вас. Классно. Ну, он уже ее подрезал. Все. Это сколько кустам лет уже? Мы здесь 10 лет. И... Они были, да? И они уже большие были, вот эти два. Вот эта маленькая была, но при нас выросла. А эти два куста были большие, но каждый год их резали. Ой, классно. Как это выдуривает. А в этом году ветки вот такие вот выросли. Не пролезть, не залезть. Не... Ну, вкусная жимолость. Мне вот нравится засахаренная. Она очень полезная. Да. Вон штучка, видите? Ох, еще и... Торчит. Что-то ты нашла в мае месяце. Но она для меня. Ну, вот, давай.
Вон грушка. Все они да, я уже... Я сама увидела только сейчас. А вон там я еще сняла кто, тоже. Ну вот, ну совсем... Вон, все, красота все, же, да? Все, да, вообще классно. Ой, вообще балдею. Вот, вот оно, видите? А, вот еще интересно. Красавцы, там 4 штуки, смотрите, вон ну, там 2. Да, тоже попадают, ну, наверное. Тут... Вон, смотри, уже коричневое гнилое. Ну, ага, да-да-да. Еще же тепличка с помидорами-то. Ну, были помидоры. Красота. О, еще же тыковки вон. Замечательные. Ну вот они, вот после этой вот еще одна прям большая уже отвалилась. Так жалко было. Конечно, так но... притом непонятно, что на нее влияет-то. Но... Как бетон. Бетон нормально. Ну, маленький хоть остался. А вот эти вот дальше две желтых, они как сели, и а, все, и сидят. Больше не растут. Холодно им. Сейчас же ночи холодные, может, поэтому, что им надо-то вот? Ну, что я маленький. На листочек положила совсем маленькую, ну, уже этот, плодоножка уже желтеет. А желтый, это да. Это уже все, они уже спали. Ну, они же их все равно можно готовить, они все нужно, наверное, съедобные. Не, мы выкинули, что она мягкая какая-то сделалась уже. Ну, и та желтеет вон уже на этой. Ну, маленькая мазявочка. Вот таких вот немного покидали. Там вот две штуки уже тоже они, по-моему, не будут. А картошки хватает вам вот этой, да, на всю зиму? Прошлый год хватало на все 3 семьи. 40 ведер на прошлый год накопали. Ух ты, классно, 40 ведер-то это. Да. Вот это были бычьи сердца. По низу уже собрали, вот простые розовые дали плоды, а вот тут вот были вот эти вообще мало шоколадных. Угу. Вот на одной более-менее, а это все, наверное, может быть, сняли сколько. Это у меня семенная алсу одна. Ой, алсу мне очень нравится. Вот алсу, да, семена, да, да, мне очень нравится. Очень вкусные. Вот сравнение с руки хотела снять сейчас, чтобы не трогать ее. Ну, так ты наступи вот туда. Да ну зачем, а то отвалится еще. Она вон, ходим. Видите, на чем держится? Она практически на воздухе держится. А, ну так ее уже вот, видите, сейчас какая снимать буду. Красавица. Вот на этой вот пудовик два рядочка было. Там одна помидорина была точно, наверное, около килограмм. 3 и оторвалась. Оторвалась. Ага. Да, конечно, вес такой держать. Это же. Вот это семенник пудовика. Это семенник алсу, там семенник бычьего сердца. Вот вы вообще не подписываетесь, помните, да? Да. Не, я забываю, где у меня кто. Потом идут Иринкины. Вот это Иринкины, но уже остатки тоже хорошие были. Толстые. Вот эти вот, да? Вот эти вот. Да, да, да. Вот да. У них интересно сверху. Как зеленоватые. Вот да, и они розовые, розовые, красивые. Вот, вот это вот лучше, более показательно. Вот. Как яблочко. Розовый мед я семенную уже сняла, Иринкину сняла. Вот. А вот этот вот парадокс. Красавцы, парадокс реально. Этот джекпот вот уже тут конец. Тут еще одна была. Это уже тоже поснимали, уже остались вон. А вот этот вот парадокс. На самом деле был парадокс. Рос, рос, рос. Угу. Хотя в пакетике написано 70-90 сантиметров. На пакетике. Но плоды крупные. Рос. Потом он соединился, это сейчас он истончился уже. Он, Таня, вот такой вот был. Да вы что? Стебель. И из них вот раз, начало, два, три, ага, четыре, ветвиться. Пять, шесть штук полезли. Но мы ему дали ход уже, ну, просто наблюдали. А на нем потом я это самое, он, ну, все треснутые, посмотри. Трескаются, хотя не переливаем, эти ничего не трескаются, а этот трескается. А любимый праздник не выращивали? Нет. Вот. Ну, вот сейчас надо у них такие тоненькие веточки. Я думала, какой-то пересорт у меня растет. Потом на них такие гири висели. Я думаю, как а они как выдерживают? И выдерживает ствол. А потом я поняла, потому что они очень жесткие, тоненькие, ну как проволока, понимаете? Ну, и вот они не забудь меня, очень классные помидоры. Они меня спасли один раз прям вообще, потому что у меня слизни поели очень много, а эти позже высадила и прямо вообще. Полно ну, их думаю, было. Более... Так, а перцы-то какие, а? Надо
помидорки. Сейчас я ведерко возьму. Ну вот получается, без гостинцев не уйдем. Нет, конечно, ты перца я во всем. Вот один только у меня выжил, магазинные я покупала, вела все время, такие были перцы, по много было. Два раза пересевала, один только выжил. Но они не F1, да, их можно на семена, да? Ну вот они, не знаю какие, магазины, которые кушать продают, такие здоровые. Да, я их да, вела, да, лет да. 5 они у меня хорошие были. Прям с магазина брали семена. Ну, имею в виду, вот прям плод разрезали и взяли, да? Поели этот. А вот этот вот бугай, видишь, он никак не желтеет. Нет, ну... Он уже сколько сидит, вон тот маленько начал. Ну, он такой здоровый, реально, какой он крупный. Вот я хочу, знаете, я пролезу аккуратненько. Пролезешь ты худенько эту косточку. Вот сейчас я немножко фокусировку поменьше сделаю. Он просто огромный, посмотрите, с рукой. Ой, не сломать бы тут что. Вот, вот просто ну, посмотрите какой. Вот эти вот убрать. Не надо, все, пусть. Красота, красота. А вот меня все время выручает этот толстый барон. Ой, смотрите, снизу как. Надо уже его брать. Картина маслом. Это что-то вообще. Вот знаете, любо-дорого посмотреть. У меня такой красоты не получается никогда. Сколько я не пробовала, у меня времени не хватает. Ну, там вот у стенки вот. У меня же все огороды, сколько у меня было в жизни. А, нет, только один в Болгарии был близко. А остальные все были, куда-то ехать надо далеко. Ну, ой, красота. Вот плохо, конечно, мы тут ой, сейчас огурчик. Коронавирус. Вот этот вот ухажер. Вот он сколько нас красивый кормил. Ухажер. Ну, вот мы вчера-то уехали, мы Светки собрали. А вот мы тут его крупные. Сейчас ели-то, да, я говорю, да. На зеленый поток похож. Да. Ага. Ухажер. Вот вкусный огурец рекомендую. Очень вкусный ухажер. Кто выращивает, конечно, свои. Ой, прелесть какая, прелесть какая. Тоненькие. Они притом очень хрупкие, сладкие и нежные. Обалденные. Просто растут, трескаются вот прям вот под такие. Ножом. Вот такие, ну-ка, какие. Вот такие они растут. Даже 500-600 грамм, если дать им вырасти. Да. Алису. Ну, они ж пахнут вкусно, когда лето, да? Ой. Ой, они сейчас пахнут. Ой, класс вообще. Ёжик вон там сидит. Ёжик. Черепашка. У вас тут и черепахи-то ползают. Гляньте-ка, чё. И у нас тут есть. Красота. Девичий виноград. Гвоздичка. Сейчас я тут еще поснимаю. Гвоздичка какая. А, это флоксы. Я думаю, это гвоздика. Флоксы ярко-красные, синенькие, какие красивые. Вот это мне шикарно понравилось. Однолетний флокс, шикарный. Слушайте, я думала, это гвоздика. Нет, а, это да, это флоксы, да. И это лобелия красивая. Да. А это вот... А это не самосев уже. Да, пошли. Это трехцветная, это от кашля. Фиалочка. И от кашля она. Она откашливающая, да, ее в сборы от кашля кладут. Ну, прям при том всю наземную часть срезают, и она откашливающий сбор. Она очень хорошо помогает. Mm-hmm. Ой, а эти какие красивые! Зайчик-капустка. У вас там тоже есть ой, такие? Не знаю, наверное. Если что, надо набирать семена. Да как куда? Ты какие? У меня нету огорода-то. А, ну... Сейчас же пока построят, и что там будет? Ой, а тут какая она прям... Раскудрявая, синяя, вот это прям такая темная вот тут. Вот тут уголок. Вот это посветлее, главное. Да. А тут почему-то. Это другой сорт, что ли, да здесь? Да, нет, сорт один. Красиво. Ой, ящерица. Выстоится до последнего, и я сама семена возьму. Ой, класс вообще. Вы ее на рассаду садили, она сама? Рассаду. Да, я тоже на рассаду садила, ага. Ну, красота. А лису у меня когда-то тут был. Сам потом рос долго, а потом все переродится. Так, все, выключай свою камеру, пошли работать. Работать все, идем. Всем пока.